Кексик, будешь мумией? У него нет бедного выбора. Давай замотаем, посмотрим, что из этого получится. Ого! Привет, друзья! Итак, у нас сегодня мумия! Челлендж! Мы уже поделились на две команды, и вы можете с ними познакомиться. Первая команда у нас команда... Бумажные... Монстры! Команда «Бумажные монстры». И команда «Туалета». Бумажники! Да, это мы! Итак, у нас здесь куча туалетной бумаги. Давай, рвем бумагу. О, бумага, я побежал в туалет. О, хорошо, держи, все, что осталось. Итак, на все это дело нам мама выделяет 5 минут. Да? И мы начинаем. Раз, два, три. Поехали. Поехали. Мам, бумагу в наше время делают непрочную, сильно рвущуюся и тонкую. За кого вы болеете? Напишите в комментариях. Болеете за нас? Мы с Тимуром победим, да? Да. Да, конечно, у меня вся бумага рвется. У нас одинаковая бумага? Нет, у вас, наверное, лучше. Ну что, самая лучшая мумия? Ну да. Привет! Кто считает, что лучшая мумия – это мумия бумажных монстров? Ставьте лайк. Туалетобумажники ищут глаза. Где? Вот. У мумии должны быть глаза? Наверное. Видно? Да. Вот такая мумия у нас получилась. Да. Артём, покружись, покажи. Тимурочка. Ну что, чья мумия лучше? Наша? Нет, наша. Ваша? Так, ну что ж, пишите в комментариях, кто из нас победил, как вы считаете. Вот, а мы, наверное, домотаем до конца уже. Я домотаю Артёмку до конца, чтобы как полагается. И тогда вы сможете порвать эту бумагу. Да? Да. Давай. Вот такие вот мумии у нас получились. Ну что ж, скажем всем пока и разрывайте друг друга. Всем пока! О боже, сколько мусора. О, мумия стала человеком. Ну что ж, кто победил? Дружба? Да. Всем пока. Заодно мы решили замотать еще и нашего кексика. Кексик, будешь мумией? У него нет бедного выбора. Давай замотаем, посмотрим, что из этого получится. Сопротивление. Кексик, ты стал мумией, кексик. Давай пустим мумию в поле. Давай пустим. Кекс, ты лучшая мумия на свете. Послушная, да? Кексик, лучшая мумия на свете, это собака. Кексик, косточка, лови.